Профессиональный бросок от Сереги. Давай. Трехочковый, давай, Серега. Давай, хотя бы четырехочковый. Ой, красиво полетело. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега, Банка Бан. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас карта Зона 51 с тематики карт Roblox. Если Петю кушать, приятного аппетита, а Виктор Кошак сегодня у нас будет брать разных монстров и пытаться нас замочить. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Капец, я пытаюсь на углу кого-то поймать. О, мне нравится вот так выживать от третьего лица. Твою мать, Витя! Иди в жопу! А я хожу, хожу! Я догоню тебя. Ты ж учитываешь, что я очень наигранный. Уверен, Димас? Конечно. Давай, вот Серега ты убьешь, Серега не очень наигранный. Да, я давай. Я верю в тебя, ты самый лучший монстр Хендерсона. Напишите в комментариях, убьет он меня или Серегу. Давайте. Серега, должен кто-то из нас умереть, только тогда мы выйдем с этой комнаты. Битва на смерть. Так, давай. Ну. Я почти, он не дотягивается. Тухлый монстр какой-то. Мочи ему по башке. Ты что, убил его? А не. Нет, я живой. А вы тут что? Ого, смотри, как его га... Он обиделся, Серега. А я вижу у него жизни. 1800. Это урон не наносится. Это что такое? Это как? Как взрывается? Эй, вы сейчас умрете. Давай, Серега, мы потихоньку жизни мы выносим. Димас, я тебя сейчас опять убью. Нет, меня. Ты не должен этого делать. Вот ты опять под пуликом не ударил меня. Так а как убежать от него? Есть! Ой. Виктор Кошак, что ты теперь нам скажешь? А теперь я скажу, что я возьму своего любимого свинку. И... ну давай читери. Я знаю, что ты не можешь по-честному играть, берешь сюда читерски. Серега, знаешь, опа. Видел, как я его легко замочил? АР2 шар, делает чудеса, как всегда. Да, конечно, ты добил его, блин. Мы уже, я его это почти убил, он это полувялый. Нет, у него было 1600 жизней. Это называется так, есть пробитие. Так, внимательно, чекаем. О, Серега, наша нычка. О, привет! А как тут этот... Дверь, это дверь открывать, закрывать? Пока Витя. Я закрыл Витю. Так, это контроль и двери, это очень круто. Ты думаешь, мне тебе помогут эти двери? Нет, да, помогут. Я уже убежал от тебя. Ты же знаешь, что он читерит постоянно. А он сейчас в невидимке, скорее всего, или летает где-то. Кто-то мины ставит, я слышу. Так, я выбежал. Кошак, я тебя убью. Капец. Я никак ни по кому не могу попасть. Вы есть, как обычно. Не открывайте. Открой. Он свалил. Он здесь. Он тут, а да? Он здесь. Нет, он. Так, надо оружие взять другое. Он тут. Сейчас. Ребята, уж. Серега, я иду тебе помогать. Он где-то здесь летает. Вот он. Вы сами свои же мочите. Таня, надо быть очень умным, а ты не можешь попасть. Ребята, сегодня Виктор Кошак не может по кому попасть, так что это очень весело. Ля-ля-ля. О, Серега, молодец, я понял обстоятельства. Я хотел. А ну-ка. Эй, аккуратно, вдруг убьешь еще. Вот это пули свистят, смотрите, что творится.
Как всегда мы делаем какую-то жесткую вакханалию. Кошак, ты умрешь сейчас. Кстати, мы когда стреляем по нему, он медленно двигается. Я понял, ну никак, чтоб не попасть. Осталось чуть-чуть, я добиваю. Красавчик, мы молодцы. Так, Серега. Да. Я лечу на поверхность. Пинка. Тоже есть поверх? Давай на поверхность. Да, на поверхность. Давайте все отсюда будем начинать. Кошак, жди. Мы сейчас будем делать жесткое нападение. Понял. Виктор, Кошак взял какую-то пипичку белую. Нет, пипичку не бери. Не надо, оно не надо. Да не, это не та пипичка, которую не та пипичка. Понял. Извини тогда, Кошак, бери. Так, кого же взять? Какое оружие? Пацаны, берите оружие жесткое. Очень. Взрывное, не взрывное. Я удалил спаун и будем тут появляться теперь наверху. Взрывное не надо, взрывное только мы, Серега, да, можем брать? Да. Я взял вонючий пригвождатель. О, пригвождатель это хорошо, Сережка. Да. Ну чё, пацаны, спрыгиваем? Прыгаем, прыгаем в дырку. Давайте посмотрим, как они прыгают все. Четко, четко. Так, я готов вас встречать уже. Давай, мы идем. Вот это мы его нагибаем. Красиво. Серега, молодец, пригвоздил его. Эй, кто-то дверь закрыл. Леша. Двери не закрывай. Кошак, где ты? А я все воспользовался случаем. Слышь, Серега, ты в него столько гвоздей всадил. Он на месте стоит. Меня гвозди. Есть, кошака убили ножичком, красавчик. Дальше что? Дальше надо что-то еще придумать интересное. Серега, пригвождатель работает, да, на нем это получается? Это вообще тема. Так, знаешь, что я возьму? О, попугайчиков. Да, что, серия СМ2 очень прикольное оружие, интересное. На, понюхай попугая. Все, пригвоздил его. Эй, слышь, ты че уклонился? Ой, забрал кого-то. Ха-ха, это было жестко. Так, кошак. Я видел его, вот он, на, нюхай. Опа, ой, я уклонился. Серега, не иди, пожалуйста. Сзади, сзади. Эй, ты че? Че его пригвоздил, он никуда не идет. А, Серега, ты молодец. Не подходите к нему, пожалуйста. Ах ты блин, ах ты блин. Кстати, вот. Серега, не подходи! Два хп, два хп! Ой-ой-ой, что творится? Конечно тебя палит. Ой, я знаю. Оружие серии СМ2 рулит. Эй, пулери, кошачьи, сейчас убьете меня еще. Эй, двери открывайтесь, конченая. Я со снайперкой буду. Кого закрыл? Я закрыл вон. Иди там. Надо как-то твой гвоздомет обойти. Ходить. Как ты обойдешь Сереги гвоздомет? Серега, у него высший левел по стрельбе с гвоздомета. С давай, иди. Ой, давай, поджигай, Абдулла. Это не получилось. Давайте посмотрим, как Виктор Кошак умрет. Ого, где я появился? Надо лететь Сереге на помощь, срочно. Все, спрятался на время. Ой. На спине. Так, оружку беру. Ну чё, где этот сопляк? Меня тут какими-то газами тихо не отправляют. Ого, да вы его мочите, да я тоже буду. Это тебе жопа. Нормально, да, жизнь выносятся? В таком случае никакой монстр не может там ничего сделать. Напоминает, ребята, знаете, охотники за привидением. Вот это же со всех дул. И знаете, что ни у кого патроны не кончались? Это было мощно. В итоге монстры убили. Дима снова.
Бам. Бам. А? Извините, Макс. Это было сильно. Что за сирена, ребята? Это плохо. Ой-ой-ой. Это что-то серьезное сейчас будет. О, Серега, давай знаешь, что сделаем? Что? А, давай вот отсюда в шахту скинем мощную бомбу в подземелье туда. Да нифиг не уйдет. О, только давайте проверим, взорвется она или нет. Так, я сейчас поставлю бомбу. Я ставлю уже, Димас, я ставлю. Давай. И красиво ее сбрось. А, во. Все сюда, все. Надо влезть мощно. Давай. Ребята, напишите в комментариях, активируется бомба или нет, когда упадет. Только, Серега, четко попади, чтоб нас не убило. Это придется перебрасывать. Так. Профессиональный бросок от Сереги. Давай. Трехочковый, давай, Серега. Давай. Хотя бы четырехочковый. Ой, красиво полетело. Эй, друзья, ну что ж. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте на группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!